Российских спортсменов отстранили от международных соревнований на 4 года. Об этом сообщили в исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства. Запрет распространяется на все международные соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. На территории нашей страны также запрещается принимать чемпионаты мира, а также подавать заявки на их проведение. Одной из причин спортивных санкций стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС. 4-летний запрет на посещение международных спортивных мероприятий получили российские чиновники и сотрудники Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. Российские спортсмены смогут принимать участие в международных турнирах только под нейтральным флагом. Правда, запрет не коснется чемпионата Европы 2020, потому что он не считается крупным международным соревнованием. То, что произошло, произошло. И вот две основные причины. Сами где-то недоработали, сами где-то что-то упустили, с одной стороны. С другой стороны, нас ликвидировали как сильного соперника. Этот вопрос, вообще решение этой проблемы решается на самом высоком уровне. И я уверена, что спортивными чиновниками будут предприняты все шаги, правильные шаги, приняты правильные решения.